Большая ответственность за судьбы людей. Глава региона Дмитрий Азаров во время встречи в Кремле доложил президенту Владимиру Путину о текущей ситуации в регионе. Основное внимание было сосредоточено на подготовке к чемпионату мира по футболу. Какая работа проводится и какие задачи стоят перед Самарской областью? Виталий Портнов продолжит. Руководитель региона во время встречи в Кремле доложил президенту Владимиру Путину о текущей ситуации в области. Дмитрий Азаров, говорят коротко, отметил: обстановка рабочая. Сейчас все внимание сосредоточено на подготовке к чемпионату мира по футболу. Идет тестирование всех систем, сервисов и служб. Эта работа продолжится и во время тестового матча. Не менее важной составляющей отработка поручений, которые дал глава государства 7 марта во время визита в регион. Тогда, в ходе личной встречи, Дмитрий Азаров заручился поддержкой Владимира Путина в решении ряда стратегических задач. На ваши плечи легла ответственность за качество жизни людей, можно без преувеличения сказать, за судьбы людей, потому что от того, насколько эффективно и слаженно будут работать веренные вам службы, зависит именно благополучие, а иногда и жизнь людей. В ходе встречи также обсуждался вопрос корректировки транспортной стратегии России с включением Самарской области в важнейший коридор Европа-Западный Китай. По мнению Дмитрия Азарова, он даст экономический эффект для дальнейшего развития региона. Сейчас этот вопрос детально прорабатывается с Министерством транспорта страны. Мы провели правительственную комиссию, Аркадий Владимирович Дворкович ее возглавляет, в Красноярске мы ездили. Ну, там, понятно, регионы между собой в некотором степени конкурируют, важнейший проект «Шелковый путь». Поэтому сейчас это находится в стадии технико-экономического обоснования. Но то вот узкое горлышко маршрута, который есть на территории Самарской области, есть сегодня взаимопонимание с Минтрансом, что в любом случае нужно разрешать эту задачу. Глава государства отметил, несмотря на достаточно скромный срок пребывания в регионе, виден профессиональный и заинтересованный подход Дмитрия Азарова к работе. Владимир Путин пожелал руководителю области успехов на выборах в сентябре этого года. Виталий Портнов, Новости губернии.